Приехали в Сан-Сплаш, горки. Водяные. Очень много людей отдыхают. Там бассейн с волнами. Это Lazy River. Сейчас я поднимусь наверх на одну горку и поснимаю вам сверху, как оно выглядит. Такая вот имитация волны. Бассейн не глубокий. Берешь баллон и идешь наверх. Это для детей маленьких. Сейчас я поднимусь на одну горку и поснимаю. Такая вот горочка, садишься и пошел туда. Еще выше есть горка, такая страшноватая. О, люди пошли. Вода тоже страшная. Эта горочка, когда падаешь, дух захватывает. Сейчас там готовятся. Сейчас мы заснимем их реакцию. Но это единственная горочка, на которую я бы не хотел идти. Остальные более-менее. И потом она туда. Вот эта горочка с другого ракурса. Вот она. Такие горочки маленькие. Туда оба-на. Ништяк.
Пойду я сейчас, наверное, на Lazy River. Здесь ложишься на баллончик, и тебя волной, ну не волной, а это подводным течением тебя вот так по кругу, по всему парку катает. Девчонки куда-то убежали, их сейчас уже тяжело найти, потому что много людей. Где они катаются, купаются. Продолжаю влог снимать, как Петя полетит. Я бы с ним полетел, но надо кому-то снимать на память, на долгую. Здесь страшновато. А куда мы сейчас полетим? Ну все, пошел. Сейчас мы его заснимем. Вот он пошел. Да, вон. Вот там очереди нет. Там очень страшно. Там становишься вниз. Лапает тебя. Там картинги можно кататься. Страшная горочка. Труба. Офигеть можно. Офигеть. Вот она вот так вот туда идет. Здесь он себя даже привязал, чтобы не улететь. Ну, дети маленькие катаются, не боятся. Людей много, мы вот на этих катались, вон на той вон катались. Интересно, тоже страшно.
сказать, я здесь подустал. Поплыл туда, на середину, боролся, плавал, боролся, подустал. Начал назад плыть к берегу. Вышел, меня шатает в разные стороны от усталости. Море такое. Интересно. Вода теплая.